почему-то. А там есть он стар? Да. Там надо мод скачивать со Стима. В общаге первый этаж. На чувак. У еды. А не думаю, я на камнях прыгаешь? Нет. Меня на камнях чувак прыгает. Ты сверху на камнях, Ань? Я сверху, да! Вижу его, походу. Блин, ты где, ближе к дороге или ближе к богатому? Ближе к дороге. Понял, значит, это ты. Вижу его. Дай мне секундочку. Опять гребаные провода. Дал ему, по-моему. Должен был дать. Он над крайним домиком. Так, влево убегает, в сторону богатого. Не... У меня по камням. Камням. Прям на камнях. У тебя? Прям надо мной. Прям надо мной, да. Нету засветов, не вижу. Затаись. Что же, где я? Прям вот... Видишь меня? Да. Его не вижу наверху. Слышу. Руки устали, подожди секундочку. Просто не шевелись. Мне очень не хватает нормальной сюжетной кампании в Таркове. Без нее нет мотивации играть за ЧВК. Бля, у меня бегает. Это ж не ты бегаешь? Нет. Я пробежку сделала. Двое над тобой. Нет. Блядь, с теплаком вообще не попасть. Ты херни. Одного убил. Еще двое. Понял. Один слева. У меня кто-то оббегает меня в спину. Это где? У общаги. Он у магазина, у общаги. Кто-то. Аккуратно. Он замер пока. Эти бегают, вот это до сих пор. Да. Так, тебя смотрю. Над тобой никого. Кто-то у меня ходит слева. Кажется, ко мне подошел. Нет, на улице у КамАЗ. На гранате, чел. Бегает. Ты прыгаешь? Я, да. На гранате вот он, надо его подпушить, он у воды. Убил? Ты ко мне подходишь? Я сижу. Стреляешь? Да, я. М-ка. Вдоль общаги. Там еще один дальше за автобусной остановкой. У автобуса, где тебя убивали. Ты жива? Да, но немножко решетка.
Да, убил, кажется. Это где? У тебя справа за КамАЗом перед входом в общагу. Но там еще один должен был быть на гранате. Там автобусная маленькая остановка, то ли в мусорке. По тебе? Да. Ё-моё, только их сейчас не хватало тут. Ты бежишь? Да. Хочу слева от богатого на камни залезть над богатым наверх. Ты бегаешь? Я пробежку сделала. Сейчас ходишь? Да. Угу. Ты же поднялся наверх? Да, я на камнях. Ходит у меня. На камнях. Пыхтит. Или на камнях, либо между скал, знаешь, проход. Да, поняла. По-моему, наверху все-таки он. Что он там пыхтит? Ты прям напротив богатых сидишь? Да, да, да. Но я спрятанный. Он где-то либо над ущельем, либо в ущелье. Со стороны богатых. Ходит вот опять. Их двое еще. Один у меня на камнях. Один по ущелью где-то шифтует. Одного убил за ущельем. Второй на ущелье, только с правой стороны. Со стороны дороги. Самолет летит. Надо убивать его, пока звук не будет. На гранате вот это примерно звуки были последний раз. Да, вижу, походу. Убил. Так, затаюсь, самолет подожду. Пока пролетит. Думаю, у нас все. По дороге бот ходит у автобуса твоего. Ладно. Ты шифтуешь? Yeah.
Да. Подойди сюда ко мне, забери большую, как у меня, сумку себе. Чё, труп лежит разутанный? Вот я только что его лутал. Ну, это вот труп, наверное. Дальше, дальше. Сюда подойди. Доелся. Да, сюда? Да. Иди дальше. Стрёмное местечко. На этой стороне? Спустись к бомжу. Прямо на тебя прыгну. Угу. Вот большую сумку бери. Бомс. Вот этого оленем. В воде-то утал, чувак? Нет, нет. Бот перед нами. Даже не бью. Справа от твоего автобуса, где ты вчера умерла. Тут СРК 25-я у типа. Ух, хороший рейд, блин. Гад тут напала на нас банда. Я вообще никого не убил. Ты хорошо их приманивал. Я бы их раньше убил, но вот типлак на болтовке надо прям вообще типа заранее стрелять, если чел двигается. И у меня еще двое непролутанных, а? Не двое, ты, бля, жетон не забирал. Жетон не забрал? Да. Ну, получается, я два жетона не забрал. Забираю. Да. Ну, я пятеро убил. Захожу... А залутал я четверых. Взорвал все-таки где-то кого-то, что ли? Нет. Посмотри. Нет, нет, не взорвал. Это значит, я с болтовки все-таки... А первого типа, который с болтовки добила, ты его лутал, мы что, вот тебя собрали и ушли? Я просто... Я не понял, что я убил его, походу.